ще, блядь. Є сколько дані, не знаю, що питання. Я ще не знаю. Топи! Ровней выставься, ровней выставься, ровней выставься. Вот отсюда выставься. Вот эту резину я 245-ю в этом, в Афганистане, вот эти вот всякие там народы, они их импортные. Там видишь только боковые лапы, а в центре лысый. Она отталкиваясь, она, слышишь, резина отталкиваясь, центр постоянно плоский, и он только вот по краям роет и толкает, как по лыжи. Видишь, шоссейки, короче, по бокам. Да. Вот за счет этого. Не роет, но толкает. Пассажир! Штурман или пассажир? Он как пассажир сидит. Не-не, шикарно! Молодец! Супер идешь! Время не теряйте, время идет! Давай назад, блядь! Смотри, под машину не попади! Тогда вперед направо. Там гидроча нету. Не рой себе яму, не рой. Да можно встать, блядь. Профессор, займись делом. Ну да, сейчас. Давай вперед. Феденька, отойди от машины. Попробуй раскачать сбоку ее. Получил. Ты какой-то пассивный штурман. На бок его вот так за крышу толкни. Ты физику же учил в школе. Значит, это физика. Физика. Физики когда нету. Да не повернешь его, он уперся.
Назад надо вдавать. Ты не тем занимаешься, назад, товарищи. УАЗ Патриот, вспомни, как вытащил себя УАЗ Патриот. Все. Назад бы. Бля. Так и снимай, так. Ничего не нажимай. Что так, держись, снимай. У тебя же джек, слышь? Сень, у тебя же джек лежит. Ну. А что ты тогда зря время теряешь? Давай передок поднимешь, да и все. Она отлично ехала. А что ты не пошел? Нормально, отвлекайте. Машинка не наша. Че у тебя? Ну, какая разница? Чья машина? Ну, он вызвался штурмить. Кадры, вот выставай. Прикольно. Я специально стала снимать цензуру. Наоборот. Да ну ладно, даже делай потом это. Не, а мы не мы над этим. Это наоборот, это интересно. В смысле, интересно не сам вот этот, эта штука, а сам процесс. Процесс вызволения. Ну да, да. Процесс вызволения автомобиля. Вот это вот, вот это сними, иди сюда. Смотри, девушка, смотри. Продолжай, продолжай. Ты видел? Онлайн трансляция. Там контакт, там туда-взад, накладки. А я знаешь где? А я знаешь где? Я на диагоналочке. Поднимай, потом его туда в банк. Надо было поднимать, что мне кажется, зря. Чё зря? Они поднимают. Ой. Все надо делать своевременно. Все это сейчас уже... Мне кажется, не значит. На 5 минут еще можно много чего сделать. Можно дерево посадить. Китайская граница. Давай. Она сидит, ничего не знает. Она не должна ничего знать. Пойду сниму такую лесу. По законам физики, как говорят некоторые товарищи. Вот эту красную штуку. Сейчас начнет когда падать, капот может зацепить. Шина под колеса подкрасила. Вот если он уже резину начнет греться, это уже химия будет. Лесо, бери, уходи быстрее. Время, ты идешь. Колесо, колесо. Колесо под колесо. Да не скинешь. Вот,
Что, сдаешь? Да. Давай, скачай. Вперед. Там сзади дверь закрыли. Ну, на их шестой все равно не похоже.